Нет, он попросил максимального наказания с взысканием 7 миллиардов рублей. То есть 20 лет лишения свободы с взысканием 7 миллиардов рублей. При этом в своей речи он сказал, что ущерб не посчитать, не подтвердить не представилось возможным. Но, тем не менее, он считает, что 7 миллиардов – достаточная сумма. Одним из доказательств, очень весомым доказательством с точки зрения государственного обвинения шпионской деятельности Эдмунда Поупа, как выразился государственный обвинитель, служит его разведывательная деятельность в течение судебного процесса. То есть вот такой коварный Эдмунд Поп, он еще оказывается в течение судебного процесса, заключение под стражей, участие в судебном процессе, обернул в свою пользу. Все это использовал исключительно в рамках своей разведдеятельности. Теперь это убийство.